Начиная с 2000 года, когда к власти пришел Путин, да? Он принял Россию в самые тяжелые для него годы. Финансово-экономическая катастрофа, в которую страну привел экономист Гайдар, экономист в кавычках, сопровождалась жесточайшим политическим кризисом, плавно переходящим в гражданскую войну. Развал промышленности, сельского хозяйства, нищета, преступность, вырождение, деградация населения. К началу его правления страна очутилась на грани своего территориального распада и могла прекратить свое существование как государство. Три срока правления его разительно изменили страну. Значит, в 2000 году доход федерального бюджета составлял всего лишь 1 трлн 132 миллиарда рублей. А к 2020 году он составлял 20 трлн 218 миллиардов рублей. То есть вырос 20 раз. ВВП России равнялось не чуть более миллиарда долларов. Сегодня составляет свыше 4 миллиардов долларов, триллионов долларов. Значит, ВВП России на душу населения было 6800, сейчас свыше 26 тысяч. Внешний долг сократился с 159 миллиардов до 50 миллиардов. Ну и так далее, это можно перечислять. Но не это является главным достижением правления Путина. Российские регионы показали всему миру, что можно жить вместе и в мире людям разных национальностей, разных вер. И эта мечта людей всего мира жить в мире, она осуществима. Российские регионы это показали на протяжении последних 20 лет. Да? И вот это является самым главным цивилизационным достижением Путина, о котором все молчат. Многим ошибочно кажется, что политику Соединенных Штатов Америки вершит Госдеп. Это на самом деле иллюзия. Я бы сказал даже больше, это ерунда. На самом деле политику Соединенных Штатов Америки, внешнюю политику, вершит Голливуд. Голливуд и только Голливуд. Это они умело представляют нужный им образ Соединенных Штатов Америки во всем мире. И, естественно, искусство Голливуда делает этот образ неотразимым. В этом мы, конечно, существенно им уступаем. В этом мы, конечно, существенно отстаем. И моя давнешняя мечта была сделать фильм о президенте России. Потому что американцы этот прием часто используют, делают фильм о своих президентах. Там много вымысла. Там в основном все вымысел, да. А образ президента России, он достаточно богат фактурно. И там можно будет практически его полностью переложить в историю. Вот. И я это сделал, у меня была эта идея создать этот фильм. Я написал соответствующий синопсис под эту историю. Вот. И в этом синопсисе очень много правды, но есть и достаточно большая доля художественного вымысла, но она правдива, эта художественная часть, потому что она не искажает реальный образ этого человека. Потому что самое главное, что я попытался донести в этой истории до читателя или там до зрителя, это то, что не Соединенные Штаты Америки являются страной равных возможностей. Страной равных возможностей скорее является Россия, потому что только в России человек, который не имел за собой ни огромных богатств, ни какой-то знатной семьи, ни кембриджского или оксфордского образования, сумел стать лидером государства, одним из основных лидеров современного мира, в чем вынуждены признаваться даже те, которых трудно отнести к его друзьям. И это все произошло
не за счет, я повторюсь, какого-то высококлассного образования, полученного в Итоне, в Кембридже или Оксфорде, не за счет семейных связей, да, не за счет личного богатства, а за счет личных качеств этого человека. То есть личные качества человека позволили ему возглавить страну и заслужить вот такое вот уважение не только многих россиян, большинства россиян, я бы сказал, да, но и очень многих людей на этом свете. Вот, собственно, почему я хотел бы сделать эту историю. При том, что я не являюсь россиянином, я гражданин Армении. Тем не менее, я бы хотел обязательно донести свою правду об этом человеке людям в художественной форме. Наверное, потому что эта форма мне удается. Когда, значит, Ельцин принял решение уходить, он собрал ближний круг. Он собрал ближний круг и сказал, что я ухожу. Ну, естественно, все сполошились, потому что у всех были определенные виды, связанные с продолжением пребывания Бориса Николаевича в власти. Они начали его уговаривать, что это делать ни в коем случае нельзя, что мы недавно победили на выборах. Это, значит, карт-бланш, который народ дал, народ верит, народ доверяет. Он сказал, нет, все это не так, я знаю, что рейтинга у меня нет, я знаю, что авторитета у меня больше нет, и самое главное, что у меня нет, больше нету ни сил, ни здоровья. Пусть придет молодой, энергичный и продолжит дело. Называйте кандидатуру. Ну, вот, сказал таким тоном, что все поняли, что, в общем, дальнейшие уговоры бессмысленны, и начали наперебой называть свои креатуры, продвигать своих людей. Ельцин все это внимательно выслушал. Вот. И когда все замолкли, он спросил, он говорит, а почему, говорит, никто не назвал Путина? Там кто-то за столом, как Путина? Так он, говорит, преступнику помог бежать из страны. Ну, имели в виду Собчака. Потому что на него было заведено дело, по которому хотели арестовать. Ельцин усмехнулся и сказал, преступника? А я, говорит, думаю, что он спасал своего бывшего шефа. Рискуя собственной должностью, карьерой, а может быть даже свободой, зная мой характер. Но он пошел на это. А вот, говорит, господа, говорит, мне интересно, а кто бы из вас сделал бы то же самое ради меня? И обвел все взглядом. Все потупили взор. Я с ним усмехнулся горько и сказал, вот поэтому, говорит, я и решил, что после меня будет Путин. Встал, сказал, совещание закончено, и хлопнул дверью. Давайте похлопаем.